Меня представили собравшимся за столом, и среди них одного человека характеризовали как старейшего друга семьи, Чижикова Виктора Александровича. Виктор Александрович. Слышно, Сережа. Мы одно время жили в деревне. В деревне у Саши жили композиторы и пианисты и архитекторы в лице Миры Саши. А я жил среди непонятного народа, типа Эдуарда Успенского, в соседней деревне. Вот, значит, однажды мне надо было по каким-то делам каникулы зайти. И вот я иду через поле, а там косят луга. Люди стоят, косят луга. Вдруг один мужик меня увидел и говорит: «Чижов, ты иди, иди, Анисимов в Москву поехал». И продолжает косить. Ну, там хохот среди косцов, конечно. Значит, потом я иду обратно. «Чижов, ты чего припозднился-то?» Опять хохот жуткий среди костров. Вот. И вот это быстрое проникновение местного населения в нашу тихую, спокойную жизнь, оно настораживало. Вот. И вообще вот в деревне Афонин там жил Миша Воскресенский, наш общий друг, пианист. Вот. И было замечательно совершенно вот прислушиваться к жизни Афонина. Бетховен, бурно доносящийся из окошка Воскресенского, перемешивался с мычанием коров на ферме. Значит, масса таких вот каких-то чудес вот происходило в деревне Афонина. И тогда Кирилл был еще маленький, да, ему было лет 10. Вот. Надо сказать, что он тогда был жутким любителем шпрот. У него была такая майка, абсолютно безразмерная. Она у него не поймешь, где начинался, где кончалась. Значит, вот. И они сегодня ждали нас. Значит. И на столе стояли шпроты. Кирилл подошел к столу, значит, так сделал вот так вот руками и залез в шпроту, вынул ее, так встряхнулся так и съел. Руки он, значит, тут же вытер, а свою майку, такую безразмерную, и задумался, что мне хоть есть, чтобы особенно заметно не было. Увидел кильку, но он кильки любил гораздо меньше, чем шпрот. Поэтому так взял, быстро съел, и вот так вот вошла Ира, говорит: «Кирюша, ты что делаешь?» «А что? Я все, я вытер руки. Но ты понюхай теперь руки». «Да, пойду помою руки». Значит, пошел помыть. Вообще наблюдать за этой семьей было одним удовольствием. Это было сплошное разнообразие, естественность. Кирилл же чем делился? На него никогда не кричали.
почему? Это легенда. Ну, я не слышал, ты понимаешь? Все тебе скопило. 10 километров в бух. Ну, а в завершение я просто хочу сказать об отце Сашином, вот, Викторе Ивановичу. Он был замечательным музыкантом оркестра Большого театра. И, значит, он нам рассказывал, как он добывал деньги, когда был у Глазунова учеником в Ленинградской консерватории. Вот. Он говорит, ты понимаешь, Вик, мне никогда не хватало денег. Вот никогда. Значит, я как восполнял недостаток денег? Я разгружал баржи. А надо сказать, что папа у Саши был еще мощнее Саши. И, значит, разгружать баржи для него было, в общем, каким-то естественным, наверное, занятием. Вот. И, но, да, и он говорит, и вот я даже разгрузил все баржи. Работы нет, я разгрузил все баржи там, в каком-то районе Питера. Вот. И сижу, значит, грустный, а мимо идет аспирант консерватории и спрашивает, студент Анисимов, что вы такой грустный сидите? Я отвечаю, да вот все баржи разгрузил. Все баржи кончились. На что жить не знаю. Значит, он говорит, зайдите к Глазунову и попросите у него до, ну, до стипендии, значит, чего-нибудь. Саша, значит, говорит, я уже просил у Глазунова. Ну, зайдите там, и у него просил. Ну, знаете что, зайдите ко мне. И, значит, Саша заходит к нему, а он был аспирантом. И кто-то одолжил ему какую-то сумму, которая помогла ему прокантоваться какое-то время. И вот, значит, Виктор Иванович рассказывает. И вот наступил момент, когда я перескакиваю через время. Наступил момент, когда я в связи с тем, что ухожу на пенсию, устроил в ресторане «Москва» большой сабантуй такой для оркестрантов Большого театра. Вот. И когда мы сидели за столом и шумели, выпивали, значит, с соседнего столика, где сидели какие-то старички, встает человечек такой, подходит и говорит, студент Анисимов, а должки надо возвращать. Вот оказалось, что это вот тот аспирант со своими друзьями, который, значит, вот. Вот поэтому жить с Анисимовыми рядом было всегда очень интересно, потому что только уши готовы, и ты услышишь массу нового, смешного и необычного. Вот за эту необычность Анисимовской семьи и тебя, которое юное поколение, за вашу преданность в дружбе, за преданность вашу своему делу, во-первых, за эту анисимовскую верность, я предлагаю выпить. Дорогие друзья, пусть эта семья будет здорова и всегда счастлива. Ура! Ура!